Андрей, в преддверии Нового года у нас есть для тебя подарок. Он находится в этой коробке. Но прежде чем мы тебе его подарим, нужно угадать, что же там лежит. Интересно. Давайте. Для начала я хочу у тебя узнать, любишь ли ты Новый год? Как ты относишься к этому празднику? Конечно. Еще с детства, как родители во мне заложили, что Новый год – это один из самых таких ярких, красочных праздников. Поэтому это для меня особенно. Тем более у меня много детей, и мы стараемся всегда чем-то их удивить. Есть у вас какие-то семейные традиции? Да нет, особо нет таких, чтобы мы там четко придерживались. Наоборот, что-то каждый год планируем по-новому, что-то чем-то удивить. О чем мечтал в детстве вот на Новый год? Можешь вспомнить? Были у тебя какие-то такие желанные подарки? Да, как у каждого ребенка. То, что в данный момент хотелось. И, наверное, загадывал, там, писал письма Деду Морозу. Сейчас не пишешь? Здесь сейчас принимаю письма, передаю. Сейчас исполняешь, да? Да. Ну смотри, наш новогодний подарок, естественно, связан с этим праздником. Угу. И даже скажу, что там не одна вещь, их две. Поэтому задача усложняется. Но как ты думаешь, что бы это могло быть, вот связанное с Новым годом? Связано, я думаю, варежки. Нет. Там две как раз даже. Ты уже, кстати, это упоминал, вот, что ты пишешь письма, раньше, вернее, писал письма кому-то. Да, ну, Деду Морозу, да. Деду Морозу, да. Один подарок ты угадал. Кстати, твои дети еще верят в Деда Мороза? Ну, да, младшие, да. Ну, поэтому, возможно, этот сюрприз ты подаришь своему младшему сыну. Ну, интересно, да. Один из них – это Дед Мороз, а второе – это тоже… Я думаю, это… Год, да? Нет, какой? Нет. Нет, там тигр или что? Не настолько легко. И не Снегурочка, да. Не мой прототип. Но это сейчас есть на нас с тобой. Надето. Но у меня шапка. Шапка! Почему ты так? А у тебя не шапка же. У меня повязка, но это действительно шапка. Давай откроем, посмотрим, что там. Ух ты! Дед Мороз такой необычный. Прикольно, какой-то эльф. На тебя похож, видишь, в красной да. шапке. Круто, и шапка крутая. Все, поэтому поздравляем Спасибо тебя с Новым большое. Годом. И хотим, чтобы ты теперь поздравил наших болельщиков. Дорогие болельщики, я хочу вам пожелать, чтобы в ваших семьях в Новом году оставалась доброта, вера, надежда и любовь. И, конечно же, чтобы ваши желания исполнялись, и в них нужно верить. С праздником, с Новым годом и Рождеством!